Флаг города Иваново из Сочи отправится в Антарктиду. Идея провести акцию пришла организаторам на 19-м всемирном фестивале молодежи и студентов, во время которого представители делегации нашей области вручили члену экспедиции флаг и открытки, нарисованные ивановскими школьниками. Акция «Флаги российских городов в Антарктиду» посвящена российским морякам, открывшим шестой континент почти 200 лет назад. Она стартует 26 октября из Санкт-Петербурга. Экспедиция достигнет станции «Прогресс» в Антарктиде к середине декабря. Поднять флаги планируют в канун Нового года. Переговорили с ребятами с разных стендов, с разных делегаций, и уже собрали больше 40 флагов, которые отправятся в Антарктиду в рамках 63-й российской антарктической экспедиции, в рамках нашей научной программы. Мы идем туда как ученые, но параллельно мы решили провести такую акцию, собственно, и поднять флаги российских городов, откуда были первооткрыватели Антарктиды, моряки.